Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я вам покажу, как можно легко и быстро выигрывать в шахматах. Это будет гарантированный мат. Обязательно ставьте лайк, потому что эта ловушка очень классная. И подписывайтесь на канал, если хотите увидеть больше интересных ловушек и красивых партий на моем канале. И чтобы вы их не пропустили, погнали! Эту ловушку мы играем за белых. Эта ловушка применяется в шотландской партии. Мы начинаем партию с ходом e4. Черный играет e5. Конь f3. Атакуем пешку на e5. Черный защищает с ходом конь c6. И мы подрываем центр ходом d4. Здесь, конечно, в основном партия последовала конь f6, но здесь в основном забирается ed. Далее следует такой вот вариант. Конь f6. И вот так вот защищается. Потом там рокировка f3. Там слон e2. И вот такой вот вариант далее следует. Но партия последовала не ed, а конь f6. Мы играем d5, опять же бьем по центру, атакуем на коня, конь отходит на e7. Мы забираем конь e5, вот мы просто пошли d5, прогнали коня, конь защищал пешку на e5, и после того, как конь отошел, мы забираем на e5. У нас лишняя пешка и плюс грозит поставить мат. Конь e4 играет черный, и мы играем ферзь h5. Теперь здесь грозит мат. g6, ферзь h4. Атакуем коня. Конь отходит на c5, и после хода ферзь f6 оказывается, что мы атакуем на ладью и грозит мат. Но здесь вся ловушка заключается не в том, что мы забрали ладью, а грозит мат. Ну, конечно же, от мата никак не защититься. Вот реально, вы можете найти какой-нибудь ход, который может защитить. Если вы тоже нашли вот до этого наш ход ферзь f6, обязательно напишите в комментариях, что вы нашли. После хода ферзь f6 больше никак не защититься на f7. И на такой ход, как типа ладья g8, ну хоть тупой ход, даже h6. Просто ферзь f7 мат. Вот так вот, дорогие друзья, обязательно применяйте эту ловушку, она очень классная. Обязательно ставьте лайк, потому что реально вы можете применять ее. Подписывайтесь на канал, если хотите увидеть больше интересных ловушек и красивых партий на моем канале. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем удачи, дорогие друзья, всем пока-пока.